Всем здравствуйте! Вот и подходит к концу 2016 год, и скоро наступит 2017. Всех вас я хочу поздравить с наступающим новым 2017 годом. Надеюсь, он осуществит ваши планы, и то, что вы не успели сделать в 2016, обязательно закончите в 2017 году. Ну и обычные банальные слова. Самое главное, конечно, я желаю вам здоровья, любви и благосостояния. В новом году будьте чуть добрее друг к другу. Нас жизнь всех бьет по башке, но несмотря на это, будьте чуточку добрее, хотя бы к своим близким. Ведь от злости или ненависти нам не становится легче, становится только хуже. Поэтому я вам искренне желаю добра, счастья и успехов. Ну а от меня в новом 2017 ждите новых мощных видеокурсов по КМС Joomla и программе Adobe Muse. Увидимся в новом 2017. Пока-пока.